Полные трибуны, болельщики с барабанами, как будто матч профессионалов. За своих чемпионов болеют родители, родственники, знакомые и друзья. На поле юношеская футбольная лига. Алтай принимает Енисей. Наши по-хозяйски забивают первый гол. Что сказать? Слов нет. Одни эмоции. Ну, как бы раньше говорил, наверное, сейчас еще раз подтверждение тому, что команды все одинаковые практически, пацаны стараются, все. И тем не менее, на первый план, я думаю, что выходит организация игры, это технико-тактические действия, ну и морально-волевые. Алтайские футболисты впервые играют в юношеской лиге. Намерение победить у них и на эту игру, и на будущее. Чем лучше выступаешь, тем больше шансов быть замеченным. Для 15-летних футболистов UFL – это прямой путь наверх. Селекционеры других клубов в первую очередь смотрят на статистику игрока. Это и забитые мячи, точность передач и как футболист чувствует игру. В ходе турнира такой игрок будет на голову выше других. По мне, так это очень важный специальный турнир, который помогает ребятишкам проявить себя. Самый, что ни на есть, шанс показать себя, засветиться, чтобы тебя взяли в лучший клуб. Быть замеченным самому – цель далекая, ближе победить командой. В дебютном сезоне нашим парням противостоят лучшие клубы Сибири и Урала. Сильнейшие конкуренты – Урал и Челябинск, а сегодня на поле – красноярцы. Гол не вытекал из игры. Нелогичный был, со стандарта пропустили. Мы имели несколько хороших моментов забить. Не забили, в итоге получили. Так в футболе бывает. Не забиваешь ты, забивают тебе. Ничья в матче, и Алтай на 7-м месте из 11. Следующая игра будет 26 июня в Томске. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.